скорость, экспрессия, артистизм. От энергии этой пары в Ледовом становится жарко. Арина Ушакова и Максим Некрасов – новоиспеченные золотые призеры юниорского первенства России 2021. 17 лет назад маленького Максима привела в этот зал мама для общего физического развития. А первым учителем для Арины был ее отец, но недолго. Я ходила с папой на массовое катание, и ему хотелось самому покататься, ему надоело меня всегда возить, таскать, и он увидел тренера и решил подойти и отдать. Ну, чисто так, чтобы я научилась хорошо кататься, красиво. Никто из них о серьезной спортивной карьере тогда и не думал, просто закрутилось, говорят ребята. А когда попали в руки заслуженного тренера России Алексея Юрьевича Горшкову, фигурное катание буквально поглотило. Любой тренер будет строгим. Понимающий. Да, больше он такой понимает нас. И, наверное, даже если что-то плохо, или что-то не получается, или мы себя как-то ужасно ведем, то он не будет на нас ругаться или кричать. Это я не знаю, что нужно сделать, чтобы прям довести, чтобы он вот прям из себя на нас кричал, потому что так он просто понимает, что мы сами это осознаем, что если мы сделали какой-то плохой прокат или что-то, он говорит, что я даже не хочу на вас ругаться, вы сами все понимаете. Тренировки 6 дней в неделю, по 5 часов каждый день. Лед, растяжка, ОФП, хореография и даже акробатика. Каждая победа – результат работы команды специалистов. Хорошие тренировки – хорошие результаты. Золотое правило любого спортсмена. Фигурное катание – это наша жизнь. И чтобы добиться успеха в чем-то, нужно полностью себя отдавать и посвящать часы, минуты, года этому делу. И, конечно, мы стараемся учиться, но большинство времени мы проводим на льду. Ирина Хавронина и Дарья Черезана привезли бронзу. Своим выступлением довольны. Говорят, выводы сделаны и есть к чему стремиться. Тем более, что пример – золотые призеры – занимаются на одном льду. Бронзой мы довольны. Это наш лучший результат на России из двух. И ошибки будем еще обсуждать с тренером и исправлять. Да, я сыро согласен. Это был, правда, хороший прокат, но всегда есть маленькие недочеты, которые мы будем исправлять и делать все лучше и лучше. Впереди у ребят новые соревнования и победы, а перед этим – каждодневные тренировки, создание новых программ, отработка сложных элементов. Тренер говорит, в прописных истинах секрет любых достижений. 5% таланта и 95% трудолюбия, как бы. То есть очень много талантливых людей, которые... это же не правило фигурного катания, это правило как бы жизни, да, о том, что все равно как бы постоянство, труд, упорство, настрой как бы на достижение результата конечного, это мне кажется, что это для всех видов деятельности как бы правило одно. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».